сахарной ваты в поисках духов. Прости, но дома не осталось духов. Там она встретила Софию, Happy Flower немного неорганизованную. Я не всегда такая. Вместе мы все исправим. Духи из леса сахарной ваты, часть вторая. И что, как нам тут все организовать? Сделаем сборочную линию. Сборочную линию? Да, каждый делает что-то одно. И так мы быстрее закончим. Да! Спасибо за помощь. И потом вы покажете мне все уголки вашего леса. С радостью. Надо убедиться, что всем карапузам хватит духов. И наклеить этикетки на флаконы. Я изучу все заказы. А я перенюхаю все духи. А я наклею все этикетки. Мы быстро закончим. Да! Леди, Дрими, вы готовы? Сначала для Энджи духи «Звездный апельсин». Фиолетовая лаванда, розовые облака, звездный апельсин. Есть! Следующий! Мы все тут разберем, порядок наведем. Тина, поэтические духи. Аромат нежный и вкусный. Получайте! Духи для Тины! Для Тины приклею этикетку. Закончим и пойдем на экскурсию в лес сахарной ваты. Наша линия отлично работает. Для Доти духи «Сладкая клубника». Эй, стойте! Нет-нет! Это же для Эллы? Нет! Тропическая маргаритка! Тропическая маргаритка! Духи «Тропическая маргаритка» для Эллы! Элла? Не Элла, Доти! Доти или Элла? Звездная маргаритка для Эллы! У меня звезды в глазах! Все пахнут одинаково! Леди, Нарби, Фэнси, Дейзи... Вы знали, что Элла любит мороженое из банана? Но она не любит говорить «нана». Ты сказала «нана»? «Нана» или «лала»? Нет, тогда «нана». Закончили! Да! Постойте, не нужно доставить все это? Да! Посмотри, как все аккуратно! Да, все очень аккуратно. Ну хорошо, тогда я поеду. Тебя потолкнуть? Ура! Теперь можно идти в лес сахарной ваты! Карапузы получили не свои духи. А я уже так устала. Нам очень стыдно. Мы так торопились, что все сделали на скорую руку. Нам не терпелось попасть в лес сахарной ваты. Он такой удивительный, а вы такие чудесные. Мы были невнимательны, но это больше не повторится. Вы нас простите? Конечно, мы же друзья. Больше никаких ошибок. Вперед! Заказов так много, надо быть внимательными. Последнее. Мы сами разведем, а тебе пора отдохнуть. Лулу и Рим отвезут тебя на пляж. Посылка для Энджи. Посылка для Эллы. Я здесь и для Кони. Все посылки и точно по адресам. О, большое спасибо, карапузы. Если еще раз будет так много заказов, вы знаете, зовите нас. Да! Вместе у нас отличная команда. Наконец-то я смогу подушиться своими духами.